форум «Магазин 2021». Наталья мне рассказала о том, что ее магазин открылся после пандемии. Наталья, как вы себя чувствуете? Какие планы у вас на 2021 год? Ну, планы грандиозные. Мы стараемся быть лучше каждый день для своего покупателя. Знаем своего конечного покупателя, его все потребности. Стараемся закрывать по возможности, конечно. У нас сезонный, выраженный сезонный поток клиентов. И тем не менее, я думаю, что на сегодняшний день мы лучше, чем были год назад. Скажите, пожалуйста, какая категория товаров наиболее сейчас покупаемая после пандемии? Самая покупаемая у нас, я бы сказала, что это кондитерка, это молочка и это алкоголь. Вот так вот, друзья, после пандемии все хотят положительных эмоций, прекрасных, и немножко вернуться в детство с молоком. А это форум магазина 2021. Оставайтесь с нами.